Значит, мы начали, прошли уже половину Амуда на Вав Амуд Бет, может, пойдем немножко быстрее вперед. Значит, мы дошли до такой вещи, что есть понятие «идут мьюхедет», так мы вчера прошли. Что такое «идут мьюхедет»? Когда два свидетеля один другого не видят, или даже один другого видят, но они одновременно видят, они видят действия, про которые они свидетельствуют, не одновременно, а по очереди. Например, через замочную скважину, как мы вчера разобрали. В такой ситуации это свидетельство не кошерное. Так мы сказали. Почему? Потому что так будет это самое. Друшим псуким. Так мы сказали. Люпи мат, мы сказали лишний псук. Лой мат мет, альпи, альпи шнайм эдим, ашлушайдим, я мат мет, лой мат мет, альпи эдыха. То есть по двум, если трем свидетелям, по свидетельству двух или трех свидетелей можно убить человека, принести смертную казнь ему постановить, а по одному свидетелю нельзя. Зачем, если еще написано по одному нельзя? Если написано по двум и трем, понятно, что по одному нельзя. Что такое один, это один-один. Что такое один-один, по одному они видят. Тов. Говорит, продолжает Рова. Омар Рова. Где-то в середине Амуда. Има юру им. Это матре. Оматре ройотан мицтарфин. Значит, если они видели матре, то есть два свидетеля, допустим, один из одного окна, другой из другого окна, и они друг друга не видят, но они видят матре. Матре – это человек, который предупреждает, что так делать нельзя. Например, один убивает другого, приходит там третий и говорит: «Рувен, ты знаешь, что тебе убивать его нельзя, если ты его убьешь, тебе облагает смертная казнь». Он говорит, несмотря на это, и убивает его. Значит, если… Да, совершенно верно. Пришли три свидетеля в день. Причем, а он один матре. Матре один и два свидетеля, которые это видели. А он не знает, что есть матре. Видели. Мы говорим, что он видит их, и они видят его. Я даже не знал. Который убивает, тоже всех видит. А? Который убивает, неважно. Неважно, не видит, а не видит. Он уже не знает, что он их видит. Ну и что? Не нужно ему быть нас, чтобы светили. Это совершенно не важно, что он ему нужно видеть. Он же не знает, что он видит. Ну и что? Нет, называется полная трава просто. Так видим здесь в море. Сейчас увидим, что это спорно. Сейчас увидим, что? Давай, накидцу. Замуров матреш, значит, что это значит, что если им раю руим это матре, у матре у тара там мицтарфин, то есть в таком случае не становится, как мы уже учили в нашей Мишне, это тот же самый закон здесь, что если есть несколько групп свидетелей, и частично они видят одно другое, что такое частично они видят другое, по-простому, что один из этой группы видит одного из того группы, одно из той группы видит одного из этой группы. Это простое так. Так видно, что это немножко спорно, так по-простому нужно объяснить. И здесь то же самое, когда это одна группа свидетелей, не обязательно, чтобы они все друг друга видели, достаточно? Еще меньше, здесь достаточно, чтобы только один друг видел. Один другого, да, совершенно верно. То это вещь, которая отсюда Рашаш доказывает, что там тоже достаточно, что один другого видит, а второй не надо, чтобы первый видел. Совершенно правильно говоришь, насколько понимаешь, что это Рашаш, можно посмотреть. Если уж спросил этот вопрос. Значит, вопрос спрашивает Борух, очень правильный вопрос. А? Бетах. Значит, Вав Амуд Бет. Где это? Вав Амуд Бет. Значит, если я правильно говорю, что это Рашаш, говорит Фома. Мишна Базмаши Миксатан Рецимэтэрэ Лехура. Я читаю Рашаш. Значит, Мишна, он считает где-то Мишна. Мишна, мы сказали, что когда две пары свидетелей становятся одной, как бы одной группой, если частично они видят друг друга. Частично видят друг друга. Микцатан, руима и телю, телю. Так написано в море. По Мишне. Мизманш, так написано в Мишне. Мизманш, микцатан, руима и телю, телю, рейзу и дусыха. Так написано в Мишне. Значит, говорит Рашаш. Лихура, гавэль альмэра, зэйдзэ, айен, бэ, то есть дебармаски. Став альма, ло, ваинан, шэйе, коль, ашнай, вэхули. Эле, бэха, цаги. Достаточно, чтобы один видел одной из этой пары, видел кого-то из другого. В Нирле. Датана мистрах сарих бы лишна дамаснисин. Деброхис. В Нирле от. Дасаги бы ихад руэт хавейрой, ав шейн хавейру руэу. Он говорит, более того, мне кажется, что достаточно, чтобы один из одной пары видел кого-то из другой пары, несмотря на то, что тот второй из другой пары не видит этого первого. В Кен. Осом ли старфус зимун. То есть это говорит, он похож на зиму, то это самое, к нам сейчас не относится, дом Роба Ликамон. Да, и то же самое приводит он расстает. Векмо, шоому роби ликамон, барыяса матре. Достаточно, чтобы матре, человек, который сделал предупреждение, он видел их. Запируш Машел Гирсасаю.
Значит, такие 40 раз из нашей геморры, это Рашаш доказывает то, что мы доказываем. Не знаю, на абсолюте Рух Лидер с этим спорит, я правда не смотрел внутри, на абсолюте, как он это объясняет. А Рух Лидер или Хорус с этим спорит, говорит, что нужно, чтобы оба друг от друга видели. В нашей ситуации это видно, что было две пары объединились в одну пару. А чтобы, как сказать, чтобы одна пара стала парой, а не отдельно свидетелем, достаточно, чтобы один видел другого. Так нужно сказать. Или даже здесь на самом деле по-другому можно сказать. То есть даже если он не видит, ну, то, вот вопрос уже более тот. Когда их видит, он их соединяет таким образом. Да. Когда они его видят. Маишна Матра, Маишна Эвен, Маишна. Ничего. Они его видят. Это называется, они все втроем становятся одним свидетельством. Без него они там еще много чего видят. Не важно, это не вас. Другие вещи их не соединяют, а он да. Нет, именно свидетели друг друга. Мы видим, что нужно свидетели, они вместе. Они видят Матра. Матра он тоже свидетель? Матрёна тоже светит? Почему нет? Потому что он Матрёна, потому что они должны видеть, да? Нет, я еще веду, от папа что-то... Что они должны видеть, Матре или Матрёна с Атраа? И другое должны видеть, очевидно. Должны видеть. Атраа не видит Матре. Слышу, что Атраа не видит Матре, то это будет отдельное свидетельство по отдельности. А чем Матрёна? Матрёна, потому что он свидетель тоже, он третий свидетель. Матрёна он третий свидетель, потому что они видят это сам. Конечно. То есть они видят, потому просто человек, который там стоит, это ничего не помогло. Если это человек, который не видит. Который не видит. Нет, не помогает, конечно. Паша не помогает. А? Матрея, это надавка Матрея, это Коль Миша Олша, Умечанка. Который свидетель, который свидетельствует, имеет для свидетельства. Матрея, он цель, Паша, скорее всего, да. Значит, так ли хору мы должны это объяснить? В любом случае, так мы объясним. Значит, действительно, Рашаш из этого доказывает. Как мы сказали, что то же самое, но Льмасе есть можно на халек. Можно сказать, что есть разница немножко. Когда мы хотим из двух групп сделать одну группу, возможно, что здесь нужно, чтобы каждый, то есть эта группа, обе группы друг друга видели. Что значит, один из этой группы видел одного из другой группы, а тот и видел с первой группы. Когда же мы хотим видеть, чтобы это не было один-один, чтобы не было один-один, достаточно, чтобы один видел другого. Не нужно, чтобы первый видел второго тоже. Тоже не называется один-один. Называется, сов-сов, у нас есть разные псуки на эту тему, да? Немножко. То, как бы то ни было, так мы объясняем это. Так или не так, в любом случае, в смысле, либо по Рух Лидер, либо по Рашашу. Как бы то ни было, у нас написано в море, что Матре видит их, он этот самый. Значит, здесь есть вопрос, который спрашивает Тойсвис. Если они говорят, приходят, значит, если они видели Матре, то это ведь Тойсвис говорит, понятно, что ну, такое свидетельство можно принять. Почему? Потому что приходят два свидетеля и говорят, я видел Матре. Происходит Матре, говорит, я видел это делать, я их не видел, но я их видел это действие, я ему сказал, так нельзя делать, они приходят, мы видели, что он сказал так ему делать, что так нельзя делать. Это вещь, которая понятна. Как помогает то, что Матре их видел? В чем здесь вопрос? Вопрос есть в том, что если Матре их видел, у нас нету двух свидетелей, по которых мы полагаемся. А чтобы было два свидетеля, нужно сказать, чтобы вещь какую-то сделать нужно два свидетеля. Два свидетеля нужно на, как сказать, на каждую, как часть, на каждую, как бы сказать, на каждую. Они же видят массы? Они видят массы, но они не видят Матре. Матре их видит. Они говорят, мы Матре не видели, мы только слышали. Кто-то там крикнул, смотри, не убивай, то тебя убьют. Кто это крикнул, мы не видели. Почему не видели? Я не знаю почему. Там это самое было, стекло, которое в одну сторону. Я не знаю почему, камера. Матре говорит, я их видел. Получается, что по их словам, что они их не видели, если мы смотрим, если мы отодвигаем свидетеля Матре, у нас нет двух свидетелей. Значит, грубо говоря, еще раз, чтобы убить человека, нужно два свидетеля. Что два свидетеля нужно, если есть ну, несколько, как сказать, если есть несколько вещей, которые необходимы для того, чтобы привести наказание, нужно на все эти несколько шлавим, скажем, несколько, не знаю чего, несколько стадий. Несколько вещей, которые нужно свидетельствовать, чтобы убить человека. Ну, допустим, взял, не знаю, какой пример сейчас. Неважно сейчас. Так нужно на каждую из этих стадий два свидетеля. Если на одной стадии есть один свидетель, это уже не помогает. Здесь нужно так сказать, что нам нужно, чтобы было... Когда приходят два свидетеля? А? Трое? Не о трое, а на то, что есть два свидетеля. На то, что есть два свидетеля, которым у Цурафим есть только один свидетель. На то, что есть два свидетеля, которые вместе, есть только один свидетель. Почему? Потому что я, говорит, я был один, я смотрел в это окно, видел, как кто-то крикнул ему, смотри, не убивай. Он сказал, несмотря на это, и убил. Это я видел. Хорошо. Это один свидетель. Второй свидетель говорит то же самое. Это самое. Два свидетеля таких не подходят. Почему не подходят? Потому что у нас написано «Альпишна и Эдим». Должны они быть муцурафим, должны быть вместе.
кто делает их вместе. Матре говорит, я видел, как он убивал, я ему сказал. Я видел их, то, что они видели. Но то, что получается, то, что они объединяются, то, что они все вместе, мы то знаем только из слова матре. Только из слова этого третьего, который их предупреждает. Получается, на то, что они объединенные, у нас есть только один свидетель. То, что эти два свидетеля объединенные, у нас есть только один свидетель. То, что... Какие два свидетеля объединенные? Нас нужно три... У нас три свидетеля есть. Какие два свидетеля? У нас есть три свидетеля. Есть два, есть два, есть два. Нам нужно два по отдельности не годятся. Называется «Идут Мюхедес». Два по отдельности. Один говорит «Я видел». Второй говорит «Я видел». Они друг друга не видели, не знают. Это свидетельство посольное. Но два парта, они же вместе были? Нет, один говорит в одно окно, другое в другое окно, мы сейчас говорим. Мы сейчас говорим, что есть два свидетеля. Один идет в одно окно, другое в другое окно. Один другого не видит. Посередине есть матре, человек. Которого они тоже не видят, но он их видит. Почему, они знают? Там стекло какое-то, которое, не знаю, что, с освещением, с освещением, я не знаю, какое. Оптический эффект, или они в ту сторону смотрели, мне совершенно не важно сейчас. Они смотрели в ту сторону, или был оптический эффект, нам это не интересно. Матре говорит, я их видел. Получается, что у нас что есть? Что у нас есть только один свидетель, который, по которому мы понимаем, что было это свидетельство из трех людей, которые здесь есть, оно действительно одно, которое они мацурафим, они связаны друг с другом. Только один этот матре, который говорит, я их видел. Тем, что он говорит, я их видел, он объединяет их свидетелей. Если бы его не было, если они два говорят, что мы видим, он их не видел, они их видели. У нас есть два свидетеля, это достаточно. Я вообще понял, что это зугот вообще про это. Нет, у нас не зугот, мы сейчас говорим идут мюхедет. У нас сейчас говорим про идут мюхедет. Что такое идут мюхедет, когда один видит одно из одного окна, второй видит из другого окна. Есть матре, который их мецарев. Что такое матре? Матре – это человек, который, если просто так они видели, это ничего не помогает. Если был матре, матре – это человек, который предупреждает, что так делать нельзя, и он является третьим свидетелем, он стоит посередине улицы, и его предупреждают, зависит. Если они его не видели, то это называется тут мюхедет, которому мы говорим, что они кошерны. Если они его видят, то он их видит их, то все понятно, здесь три свидетеля, которым нам один друг, первый не видит третьего, но первый видит второго, второй видит первого, второй видит третий, третий видит второго, замечательно, это все, это замечательно совершенно идут. Каждые два из этих трех, они, кроме первого и третьего, они замечательные, как бы даже первый и третий хорошо, все в порядке. Они объединены. Если же они видели матре, он их не видел, тоже нормально. Это вещь, которая понятна, что она нормальная, логично говорит. То есть, если они видят этого третьего, а третий, который матре, который предупреждает, их не видит, то у нас тоже есть два свидетеля, по которым получается, что поскольку они видели матре, по их словам, это была одна, идут всех трех, это не называется идут мюхедет. Это не, у нас нету псуль, который называется идут мюхедет. Который каждый сам по себе. Понятно, я говорю, или нет? А? Так это вещь, которая понятна, говорит. То есть, а что будет, если матре их видит, а они не видят матре? Написано в Рове, что это нормально. Рове сказал, что это тоже нормально, мы тоже убиваем. Как мы убиваем? У нас нету здесь двух свидетелей, по которым мы можем понять, что здесь было одно свидетельство, а не было свидетельства мюхедес. Что это не свидетельство мюхедес. Понятно, я говорю, или нет? Так спрашивают, какой дает отвечает вот ответ. Если случается на ханами, такая ситуация не проходит. А что здесь написано в Гморе? В Гморе говорится про ситуацию, когда есть еще два свидетеля, которые не видели ни убийства, которые не видели ни того, ничего, ни другого, они только видели, что матре их видит. Они видели, что мы видели матре, который видел, смотрел туда, и смотрел туда, видел этого, больше мы ничего не видели. Они смотрели из какого-то третьего угла, из которого там был еще один обман зрения, неважно какой, они не видели убийства. Но они что видели? Они, мы видим, что стоял матре посередине, что-то кричал кому-то, мы не знаем, что и чему. Видели, что он смотрел туда и туда, видел этих двух людей, которые сейчас пришли в суде. Это мы можем сказать. В результате что получается? Тогда у нас получается все в порядке, тогда матре их объединяет. Почему? Потому что он их видел. То, что он видел, у нас есть два свидетеля. Поскольку у нас есть два свидетеля, что он их обоих видел, он их объединяет. Но если он сам только говорит, что я их видел, действительно, нас не помогает, почему не помогает? Потому что нет двух свидетелей, что это было одно, это не было, это не называется идут мюхеды. Понятно я сказал или не очень понятно? А? Это хотите прочесть, то есть, может, если я найду это, то сейчас могу прочесть. Это то есть, по-моему, секундочку. Тарфан Кмо. О матре. Реутан. То есть дебурамасхар матре о реутан, ближе к низу. Пируш альпигем на Ирак. Дло хаш ведус мюхедес.
Значит, если матре, то есть человек, который предупреждал их видеть, то это нормально, его можно убивать, это называется дус мюхэдэ. Сурим тоймер. Эхи ми гимны лели матре, как мы верим этому матре, этому человеку, который бежал ломар шерау там, что их увидел, что он их видел ларогадзе, чтобы его убивали. Дебишни мы кшурэй на матре, а дайте двое видят предупреждающего в середине дороги. А рейншнаем, у нас есть два свидетеля, по которым получается, что это идут не мюхэдэт, это не посыльные идут, потому что они как бы частично друг друга видят. Эля матре роеутан, каши, как можно поверить ему. Как мы верим, нужно два свидетеля на каждую как бы стадию из этого свидетельства. Вешлоймер. Дамариш еш эдим шамаэдин шаматре роеутан, ахлорово масе утана эдим. Есть еще два свидетеля, которые видят, что он их видит, но они не видят то, что происходит, то, что сказал Тосфос. То это мы сказали. Следующая вещь. Омеровы. Еще одна лаха сказать. Омеровы, да? Матреш амру афилу мифи ацмой в афилу мифи ашед. Значит, матре, которую они сказали, то есть не для того, чтобы лицетарев лихура, а в принципе, это лаха, судя по смыслу, это не идет на то, что мы только что сказали, это идет другая вещь. Матре, которое мы сказали, то есть предупреждение, которое мы сказали, что нужно предупреждение, неважно даже от него самого, что такое от него самого, есть два пируша. Раши, по-моему, говорит мипиац мой. Раши говорит или не говорит, я забыл уже все. Что? Нет, это самое. Нет, есть два пируша. Есть пируш, я не помню, Раши, я не вижу здесь. Есть два пируша. Первый пируш говорит, что даже если человек, которого он бежит за кем-то убивать, тот говорит, не убивай меня, если тебя убьет, тебя Бейзин убьет, тебе будет положено смертная казнь, если тебя убьешь. Он говорит, а фальпикен, несмотря на это, убивает его. Ну, то называется тоже отра. То есть называется тоже предупреждение. Или мипишед, или даже какой-то демон его предупредил, как привели в русском Талмуде. Правда, там написано в мире, что это не обязательно демон, это просто образное выражение. Что значит, что свидетели не видели, кто его предупреждает. Они слышали, что его кто-то предупредил. Ну, кто, они не знают. Голос за кадром, этого тоже достаточно. А? Черт, демон, как хочешь, так переводят. Они перевели демон. А? Понятно, не важно. Шед это не... Нет, нет, шед почему? Шедим это водозра, мы потом. Шедим лоба, а шедим демон, да? Я знаю, ходит. А китр, а? Духи всякие. Почему, если их не работает? Надо водозра, есть всякие духи. Нельзя им поклоняться, нет, они есть, они есть. Есть всякие эти самые. Грамма говорит, что сегодня нету. Это много наоборот, если сквозь, нельзя их не делать. А? Асмодай там был, да, и был царь, хвесь. Если говорят, что сегодня их нету. Отдельный вопрос, но это не важно, что не важно, что это самое. Как бы то ни было, здесь это не важно, это был. Голос за кадром, или что это было. Но не важно, что главное, что они слышали, что его предупредили, и он смотрел, несмотря на это. Потом мы это еще поговорим на эту тему. Как, это значит, так сказал Робы. Матрешум Рафилов и Матре. Да, теперь это первый, второй ответ. Еще второй пируш, такой мифиацмо, сам по себе себя предупреждает. Сам действительно сам себя предупреждает, что это такое. Если свидетель рассказывает такую ситуацию, что он за ним бежал, допустим, его убивать. Мне положено. Нет, это не я кричал. Он кто, и видел, что кто-то бежит к нему и что-то кричит. Он говорит, ты можешь не кричать, я сам знаю, что мне положено смертная казнь. Ты можешь мне не говорить. Я все это сам хорошо знаю, я сам учился в хедере, сам учился, слушал уроки по макот. Я знаю, что мне положено смертная казнь, если я его убью, и несмотря на это, я его убью. Это называется, его не успели предупредить, он сам, это уже называется, как бы он сам себя предупредил. То, это второй пируш, как бы то ни было, так сказал Роба. Мипиацму, даже если это мипиацму, сам предупредился сам себя, что такое сам себя, либо его, так сказать, будущий убитый, как сказать, убитый предупредил до того, как его убили, либо он сам убийца себя предупредил. А Филим Пиошед или Шед? Следующая вещь. Омар Авнахман, еще одна лоха, которая говорит, идут миюхедес к шерабу динейму манот. Несмотря на то, что мы сказали только что и разбирали, что идут мюхеды, что идут мюхеды, когда каждый видит из разного окна, она не кошерная для идут на фашот, для когда у нас вопрос идет про смертную казнь, когда идет про денежный вопрос, она кошерная, это кошерная. Почему? Один свидетель кошерный, чтобы только сделал шва, а здесь они кошерные полностью, он должен заплатить. Если один видел с одного окна, с другой с другого окна, что он должен деньги, то не только это самое, он должен заплатить. Не просто он должен покаяться, он должен заплатить. Почему? Ответ очень простой. В принципе, у нас написано «Арпишна Эдим Якум Давар». Только насчет, мы это насчет смерти умершего, у нас написано
Альпи шнаем ло ямут альпи мэт эхат. У нас есть добавление, которое лишнее. Написано у нас альпи шнаем эдим альпи шло эдим ямут амет, ло ямут мэт альпи эд эхат. По свидетельству двух или трех свидетелей можно, то есть умрет человек, и не умрет он по свидетельству одного человека. Зачем написано по свидетельству одного человека, он не умрет? Зачем это написано? Это лишнее. Став, вы сказали один-один. 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 А в этом самом написано, написано просто альпи шнаем якум давар. Там не написано про... что по Альпи нету лишних слов. Сколько нет лишних слов? Мы говорим, что это слово написано по двум свидетелям будет, мы верим. По двум свидетелям мы верим. Поэтому, все, поэтому по денежным вопросам мы верим полностью двум свидетелям. Так говорит Рав Нахман. В день Фашоту спрашивает Мара интересный вопрос. Нэнэ Фашот, значит, почему? Говорит, а Мара сейчас объясняет. Пиацу. Нэнэ Фашоту дэйн кшерим. Где-то. Дектив, откуда мы знаем? Это говорит, что в Динаме Манот, что по вопросам денежным достаточно свидетеля, который называется свидетельство Миюхедет. Миюхедет, то есть один-один, то, что мы сказали, один вид из одного окна, другой вид из другого окна. Откуда я знаю? Дектив, потому что мы учили, это Ло Ямут Альпи Эдехат. Написано, что не умрет, а по одному свидетелю. И мы сказали, что такое по одному свидетелю, когда один-один, то есть когда есть два, но каждый видит сам по себе. В Динаме Фашодгу Дэйн Кшейро. А в Динаме Манот Кшейро. Абдинай Манот, да, кашер. Спрашивает этот вопрос, мара вопрос. Маскифра Марзутр, Марзутр спрашивает вопрос. Элимад Абдинай Нафашот Тациль, Альматнан, Увейна и Рогин Каше. А еще у нас есть такая интересная посуд, Зирата Косов. В Ицилю это еда. Раньше давайте прочтем. Абдинай Нафашот, Кшишнаем, Руину, то Михалон Зе, Вашнаем, Михалон Зе. Нет, Раньше на это тоже нет здесь. Алекшарь Виней Манот. Динай Нафашот. Посмотрим Раша, да, Раша пишет. Шишнаем Раима Тай Миханот Зе. Вашнаем Михарон Зе. Вузма Катахат. Тицтаров идут зу ли йод кулам ка Катахат. Лацили са зоймамин. Вейса нидон. Шути ей идут сан бателю. Кевин шабе альма митстарефис. Виеш там кан лацилой. Врахмон амар вицуля еда. Значит, у нас есть такой странный пасук, который называется «Вейцулю Айда». Это написано нам про человека, который убил там Башгага, но неважно, отсюда учится, что когда у нас вопрос про смертную казнь, когда суд рассматривает вопрос смертную казнь, есть такая мицва «Вейцулю Айда». Что значит «Вейцулю Айда»? Нужно его спасать. Как его спасаем? Значит, идея такая, что если у нас есть какая-то возможность его спасти, мы его спасаем. Какая возможность его спасти? Любая. Что значит? Что есть, у нас есть, мы как бы... А? Да, никого, подожди, никого. Свидетели тоже надо спасать, подожди. Свидетели тоже надо спасать. Всех надо спасать. Значит, у нас идея такая, что есть понятие «вейцилю айда». Что такое «вейцилю айда»? Что если есть какой-то там, какая-то причина не принять свидетелей или еще что-то, мы должны никого не убивать. Есть такая мицва «вейцилю айда». Теперь, что значит получается? У нас написано в Мишне про ситуацию такая, когда у нас есть две пары свидетелей. Мы сейчас не говорим про идут мюхед, это две кошерные пары. Что это значит? Одна видит из одного окна. Два пара. Свидетели Алиф и Бет, один и два, назовем их Алиф и Бет, видит с одного окна, как Рувен убивает Шимона. Свидетели Гимл и Далит видят с другого окна, как Рувен убивает Шимона. И они друг друга не видят, не слышат, не знают. Понятно? Да? На этом у нас написано, что обе, это две пары. Что такое две пары? Если приходят еще две свидетели, которые называют Гейваав, и говорит, что Алиф и Бет с нами были в другом месте, что мы делаем? Мы убиваем и убийцу, и Алиф и Бет, обоих свидетелей. Правильно или неправильно? Так написано в Мишне. Почему? Потому что это две разные пары. Если бы это была, если бы один из этой пары видел одного из той пары, мы бы сказали, что все эти четыре свидетеля, это называется одна группа. Если это одна группа, пока все четыре не стали зоймамин, мы их не трогаем. Мы их не можем убить, правильно я говорю или нет? Теперь, что решает это четыре свидетеля, это одна пара, это не одна пара, а это одна группа или две группы. Поскольку они друг друга не видят, это называется две группы. Но если мы скажем, что по отношению по всей Торе это две группы, тогда две группы, мы ничего не можем сделать, у нас нет никакой здесь, как сказать, возможности спасти здесь никого. Но если мы скажем, что поскольку Динаме Манот называется одна группа, то есть то, что это две группы, это такая хумора, но в принципе можно рассматривать в каких то вопросах как одна группа. Если это как одна группа, у нас есть причина их спасти, кого спасти? Всех троих. Как мы спасем? Потому что мы говорим, что поскольку это частично одна группа пока они все четыре не стали
Зоймен, мы их не трогаем. Давайте никого здесь не трогать. И его не трогаем. Почему? Потому что... Его не трогаем, потому что нет в свете. А сколько это одна группа, а есть в 11 групп 11, то, что мы учили в предыдущей мишне? Есть, вода есть одна группа в свете, даже 101 из них оказался некошерный, в том числе и Зоймен, то мы никого не трогаем. И здесь есть причина спасти его. Почему его не спасти? Давайте его спасать. Так говорит Мара, каше. Что такое каше? Это каше. У нас есть правило, которое приводит решение, многие решения, что когда написано каша, это не значит, что не такая лоха. Лоха таки так она есть, как что мы действительно убиваем его их, и действительно мы считаем это самое. Потому что каша это не тьюфта. Когда каша это кушья, которая, как сказать, вопрос, который он. А? Написано, мы каша ломтина, с кушей не умирают. Да. Тут написано каша, это вещь, которая вопрос тяжелый, но, как сказать, с тяжестью мы ничего не отменяем, закон остается такой законом, видно, эта тяжесть не такая уж тяжелая. Значит, поэтому, несмотря на это, Аллаха, я так понимаю, что, что в такой ситуации мы убиваем, как в нашей мишне написано, еще раз, два отсюда, два отсюда. Они друг друга не видят. И потом оказались два первые зомби, но мы убиваем и их, и его. И несмотря на это, в Динай Мамонот, это называется идут миюхедет. Это идут миюхедет кшира, то есть два свидетеля, которые видят каждый с одного окна по отношению к денежным тяжбам, мы принимаем их судейство, как два свидетеля полностью. Несмотря на то, что на это есть каша, которую Гмара привела, без тируца, без того, что на это Гмара объяснила эту кашу, но так оно и есть. Сегодня здесь остановимся.